Расстояние между рядов метр, между рядами 50 сантиметров. Оставляется могила, делается с левой стороны, с правой оставляется пустое место или для стола славки, или же для повторного захоронения. То есть это место пустое. Кладбищенские порядки или какие изменения вступили в силу в ритуальной сфере Пензы? На недавно открытом участке погоста, он севернее восточного, теперь действуют новые правила. Помимо того, что здесь строгая геометрия, были увеличены и параметры мест захоронения. Размер ограды допускает теперь не 1,80 на 2,20, а 2 на 2,5. Глубина копки составляет 2 метра 20 сантиметров, и кладбищенский период составляет 20 лет. Это что значит кладбищенский период? Можно подзахоранивать могилу по истечении срока в 20 лет. Строительство нового участка было продиктовано необходимостью. На Восточном практически не осталось свободной земли. Определили территорию площадью в 40 гектаров. На первом этапе благоустроили 7. Теперь следят за порядком и здесь, и на ранее действующих. На содержание 5 городских кладбищ. На 2023 муниципальному предприятию выделено около 30 миллионов рублей. Запланирован ряд мероприятий. Порядка 500 квадратных метров асфальта мы планируем в этом году положить, но это будет на Восточном кладбище. Мы сейчас определяемся как раз с местом, где все-таки провести работу. Но я думаю, что это возьмем вот центральную аллею, скорее всего, хотя там со стороны церкви там тоже не в порядке дорожка, но мы определимся, где более важно, и там начнем делать. Также у нас в текущем году предусмотрено, было запланировано, по крайней мере, замена ограждения, не замена, а установка ограждения, там она отсутствует, на Ахунском кладбище. Пока же занимаются менее глобальными делами, связанными с содержанием мест захоронений. Уборка, вывоз мусора, каждодневная работа. Новыми триммерами, специально закупленными для предприятия, косят траву вдоль тропинок и аллей.